Спасибо, что зашли ко мне на канал. Похолодало, блин. Ну, это круто. Иначе скоро можно будет купаться в настоящей проруби. Так, о чем сегодня хочу поговорить и предлагаю вам поговорить. Сегодня предлагаю поговорить про набор массы, а именно о том, как нужно питаться, чтобы масса таки начала переть. Итак, я хочу поговорить о основных принципах, что нужно делать, чтобы начать набирать вес и набирать не жир. Потому что если вы хардгейнер или эктоморф, да, еще их называют, это разные вещи, то вы, скорее всего, набираете вес и ни разу не были жирными. То есть жир вы не набираете. Но это не означает, что вы не можете набрать его. Вы вполне можете иметь тонкие ручонки и ножки и быть пузатым. И это смотрится отвратительно. Я видел такие комплексы очень часто, кстати. Обычно это у любителей попить 4 литра пива за вечер, да, с какой-нибудь картохой еще. И появляется у них живот. И тонкие ручонки, да, с ножками. Ну, давайте такой фигней заниматься не будем. И как же набрать вес, чтобы этот вес распределился по телу грамотно? Чтобы это все хорошо смотрелось, атлетично, эстетично. Даже если вы хардгейнер. Вы думаете, что если вы хардгейнер, вы не можете набрать вес? Вы можете. Просто немножко тяжелее, чем другим. Понимаете, ваша комплекция, и моя, да, такая же, обладает очень высокой скоростью метаболизма. И поэтому вы тратите очень много энергии с пищи на свои внутренние потребности. Тем самым вы не даете просто ресурсов организму начинать наращивать мышцы. Вы, возможно, думаете, что для этого нужно тонны белка жрать, протеина, там, по килограмму в день протеина жрать. Да, белок вам нужен, действительно, потому что без белка успехов вы будете долго ждать. Но я бы сказал, что более важно начать употреблять хорошее количество, нужное, правильное количество углеводов. А углевод должен быть в виде сложных углеводов. Это будет, наверное, отдельная тема. Если вкратце, то есть это не булки с белой муки, да, вы должны хавать. Это не конфетки, это все тоже углеводы. Не пироженки, а, например, каши, да. То есть вы должны употреблять большое количество углеводов сложных в виде круп, например, я рекомендую делать это. Потому что вашему организму с большой скоростью метаболизма нужен углевод, а не белок. Белок тоже нужен, просто в достаточном количестве, не огромном. Нельзя, чтобы вообще не было, просто нормальное количество белка. Вот эти вот 2-3 грамма рекомендации на килограмм веса. Не, ну вы серьезно? Ну да, ну 2 грамма на килограмм веса. Но вы будете сидеть считать весь белок, который вы съели за день? Если вы профи, то вы, да, должны это делать. Если вы обычный человек, как я, который тренируется для себя, ну не надо заниматься подсчетом калорий. Я этого не делал никогда, я не собираюсь. Я не взвешиваю еду. Я не считаю свои калории. Я беру один ключевой фактор. Я расту или не расту? Все. Если я начинаю расти, если вес на весах растет, то значит идет прогресс. Все. Чтобы это пошло, нужно просто начать есть чуть-чуть больше, чем обычно. Не 8 раз в день хавать, да? Нагружать свои внутренние органы, все внутренние резервы свои использовать. А просто есть ровно настолько больше, насколько нужно есть больше, чтобы вы начали расти. Например, в моем случае это было, допустим, просто я добавил перекусы себе. Перекусы с... жена мне делает сэндвич на работу. Сэндвич с курицей, например, да, внутри. С сыром, с помидорочком, там, ну что-то такое вкусненькое, да. И все, этого хватает. Просто сделать перекус. Я ем 3 раза в день. В день тренировки я ем 4 раза в день. Я не обжираюсь. У меня не огромные порции. Обычные, нормальные порции еды. И просто делаю все перекусы. С помощью этих перекусов я смог спрогрессировать на 15 килограмм в год.
просто добавить себе перекусы. У меня был случай в жизни, когда я работал дома один месяц. Я себе добавил печеньки. Вот я просто дома ел, что-то мне захотелось печеньки покупать. Я их покупал так месяц. И каждый день ел печеньки. По 200 грамм в день печенек съедал, всего-навсего. И вот эти печеньки добавили мне 5 килограмм в месяц веса. Я стал на весы, я не поверил вообще, просто. Я же не взвешивался каждую неделю. А через месяц стал на весы, я на 5 килограмм больше. Я мало двигался и начал чуть больше есть. То есть вы должны найти баланс между тем, сколько вы потребляете энергии, и сколько вы получаете ее. И вы должны начать получать энергии и еды чуть больше, чем тратите. То есть вы должны сдвинуть баланс в сторону роста. И тогда вы начнете расти. Если вы хотите похудеть, вы должны будете просто получать меньше нутриентов, получать меньше углеводов, меньше белков и больше двигаться. Больше тратить, чем потреблять. Буквально немножечко сдвигаете в сторону, в дисбаланс ту или иную сторону, вы начинаете или худеть, или поправляться. И все. Вот и все секреты. Поэтому просто найдите для себя продукты, те продукты, правильные продукты, которые позволят вам набирать вес, правильный вес. То есть сухую мышечную массу, чтобы вы не стали жирнеть, потому что даже хардгейнер может начать жирнеть. Понимаете? Не обжирайтесь всяким, хочется назвать это еду дерьмом, да? Ну вот не запихивайте себя вообще все подряд. Запихивайте хорошие, нормальные продукты. Будет отдельное видео, у меня посмотрите, например, какие продукты употребляю я. Можете из них себе начинать экспериментировать, готовить. То есть, все, что вам нужно сделать, это сдвинуть, возможно, добавить один прием пищи. Возможно, даже это будет даже перекус. И если вы, допустим, потребляете очень много, чтобы начать расти, вы просто должны найти то количество еды, с которым вы начнете поправляться. Я не знаю, какой образ жизни ведете. Возможно, вы много двигаетесь, возможно, вы мало двигаетесь. То есть все индивидуально. Возможно, вам действительно придется есть и 5 раз в день, если будет получаться. Возможно, это будет 3 раза в день, возможно, 4 раза в день. Это сложно сказать. Так вот. Просто найдите то количество еды, сдвиньте этот баланс в сторону набора массы. Просто нужно есть чуть-чуть больше. Вот постепенно повышайте количество еды до тех пор, пока вы начнете расти. И остановитесь. Не нужно повышать дальше, потому что организму не нужно, например, на 5000 калорий повышать, да, свой рацион. А просто, возможно, ему не хватает 500 калорий, 1000 калорий не хватает. Просто вам нужно нащупать это количество еды, с которым вы будете постоянно расти. Да? Когда вы, например, на наборе массы, потому что нужно делать перерывы в таком режиме. И найдите это количество еды, поэкспериментируйте со своим телом. И попробуйте меньше двигаться, да, как-то вот в эти моменты. Или больше есть. То есть вы должны принять решение, или вы больше двигаетесь, или вы меньше едите. Вы должны тренироваться, возможно, меньше тренироваться нужно. То есть вы должны потреблять больше, чем тратите. Все, это ключевой фактор. И успех вам просто гарантирован. Просто нащупайте это, узнайте свой организм, изучите его. Все, ребята, я желаю вам хороших результатов. Видео короткое, потому что постепенно, смотря мой канал, вы все равно поймете больше эту тему. Потому что здесь нужно еще поговорить о продуктах, которые употребляешь ты, о тренировках, о периодизации. Здесь очень много тем, которые ни одного видео. Но ключевые факторы. Найдите то количество еды, с помощью которого вы начнете набирать вес. И когда найдете, просто знайте, сколько вам нужно есть, чтобы начать набирать. Вы должны просто знать это количество еды. 4 раза это или 5 раз в день. Все индивидуально. Все, спасибо. Впереди очень много всего интересного. Подписывайтесь. Ставьте пальцы вверх. Удачи!